Всеволод Дмитриев. Я занимаюсь плаванием. Занимаюсь уже 8 лет. Вот. В обществе, ну, инвалидов мне не мешает. Мне нормально, садя. Можно заниматься. Но я боялся прыгнуть в воду, потому что высота была большая для меня, когда я был маленький. Ну, а потом все-таки я прыгнул. Цель достиг. Медаль есть. Золотая, первое место. Когда, ну, когда проиграл, плохо, конечно. Но все равно надо бороться до конца.